Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Mobile Games. Хочу вам рассказать о игре такой Into the Dead. Так-то она уже довольно старая, 2017 года. Но в нее многие играют. Я вот недавно скачал, посмотрел. Ну, там вот опять же начинаются вот эти все заряды. Оружие надо добывать, добывать деньги. Это там долгая история тоже получается. И я вот нашел мод, который вы можете скачать по ссылке в описании. Вот что дает, получается. Даем бесконечные деньги. Там все деньги, золото. Оружие открывается. Но там не все. Есть оружие, которое открывается только при прохождении определенных квестов. Вот бесконечные патроны и без там перезарядки, просто играйте, никаких зарядов нет, вот этих вот, которые заканчиваются, и потом вы не можете играть какое-то время, допустим, да. Вот этот мод, получается, устанавливаете, и есть вот такой кружочек ЕЕ, вот он, получается, да, его нажимаете, открываете, тут есть список вот этих всех модов. Мы изначально мы вот так вот делаем, оставляем два, получается, мода. Это на оружие после прохождения обучения. Но я как сделал, я прошел одну главу, получается, потом включил их, и все. Но лучше их в дальнейшем тоже отключить. Сначала включите, потом там у вас будет, вот получается, оружие вот это, что-то, ну, он не очень корректно работает почему-то, они. Вот. То есть там глючит, когда заходишь в оружие, оно выходит постоянно. Нажимаешь на одно, а выходит одно и то же постоянно, другое оружие. Так. Вот, получается. Мы нажимаем. Мод у нас сейчас должен заработать, получается. Вот. То есть у нас получается сейчас. Так. Все моды. Ладно, включим все сначала. То есть вот я открывал оружие. Получается, полностью могу модифицировать любое оружие там, да. Вот видите, открывается. Нажал на одно оружие, открылось другое. Это потому, что вот эти вот два мода надо убирать, получается. Вот. То есть мы еще раз нажимаем. Хоп, уже все работает. Так, за. Вот полностью прокачал, тут и скин уже добавил, то есть деньги бесконечные. Можно зайти, вот посмотреть в компанию одну игру. Так, далее. Вот я даже миниган взял, полностью его там прокачал, пистолетики. Так, собачка. Поехали, давайте посмотрим. Поискать кого. Деньги бесконечные, то есть. Собачий корм. Все, поехали.
готово. Так. А, тут миссис получается. На машине. Понятно. Извините, маленький звук притормаживает, запись почему-то на этой игре. Ну, видите, то есть патроны не уменьшаются. Нет ни перезарядки, ничего. Черно меня съели. Ну вот и все. В принципе, скачивайте игру по ссылке в описании, устанавливайте мод. Кому понравилось, ставьте лайки. Спасибо. Всем пока.